Сәлем сөздің атасы деп, сәлемін сөзден бастағанды жөн деп санайтын барша көрерменге ассалаумағалейкум деп амандасамыз. Әдеттегідей ТДК 42 арнасының эфирінде арайлы таң ақпараттық таңғы сазды бағдарламасы өз жұмысын бастайтын болады. Дізгінде әдеттегідей айнымас әріптесім Динара Ақылбекқызы мен сіздерге жарты сағаттың көлемінде ең қажет деп таныған ақпарат көздерін ұсынуға біз дайынбыз. С добрым утром, с добрым днем, желаем вам успеха во всем. Чтобы иметь во всем везение, будь в отличном настроении. С добрым утром, страна! С добрым утром, уважаемые наши телезрители! С вами утренняя познавательная программа «Арайлы таң» на телеканале ТДК-42. Со мной мой рядом коллега Ернур Канама, и мы начинаем. Будьте с нами, не переключайтесь. Я қымбат көрермен, бүгінгі таңда жарты сағаттың көлемінде сіздерге ең пайдалы ақпараттарды ұсынамыз. Осы себепті біздің арнамыздан алыстама ең пайдалы деген ақпараттарды өзіңізге қажетті дүниелерді түртіп алып отырсаңыз да болады. Қымбат көрермен, бүгінгі тілімізге тие кетер алғашқы тақырып қала тұрғындарының өмірі жайында болмақ. Осы себепті біздің әріптестеріміз дайындаған ең қызық бейнематериалды сіз бен біз бірге тамашалайық. Да, как отметил мой коллега Ернур, давайте же сейчас все вместе посмотрим интересную игру, которую устроили наши коллеги для горожан. Көрермен, тағы да бір тың ақпаратпен бөліскіміз келіп отыр. Дәл осы күні 1889 жылы сіз бен біз бала кезімізде тербелген керемет әткеншек себетті керемет ойыншықтардың түрі, былайша айтқанда сізді итеріп жүрген әдемі коляскалар осы күні жарыққа шыққан екен. Ендеше әріптестеріміз дайындаған бейнематериалды сіз бен біз бөлісе отырайық. Ал біздің заманда бұл коляскалар өте маңызды, сонымен қатар баланың бір белгілі ойыншық түріне, сонымен қатар баланың бір балалығын көрсететін әспетті ойындардың түріне жатқан болатын. Ал Динара, сіздерде ше? Ну да, конечно, Ернур. И также хочется добавить сюда чуточку исторического факта. Именно в этот день, в 1889 году, американец Ричардсон запатентовал первую детскую коляску. Давайте же посмотрим наш следующий материал. 18 июня. В этот день 1889 года американец Уильям Ричардсон запатентовал первую детскую коляску. Самая первая коляска была создана в 1733 году Уильямом Кентом, английским ландшафтным архитектором. Он сконструировал ее по просьбе Уильяма Кавендиша III, деванширского герцога, отца шестерых детей. Собственно, это была не коляска в нашем понимании, а небольшая детская повозка, в которую запрягалась коза или пони. Внешне первые детские коляски выглядели как колыбельки на колесах, причем колес зачастую было всего три. Дети перевозились в таких колясках сидя. Модель Кента пришлась по вкусу, и вскоре коляски распространились среди высших слоев европейского общества. В то время они представляли собой воистину произведение искусства. Средние и низшие сословия не могли позволить себе приобрести такую дорогую игрушку. И на протяжении общей более 100 лет коляска оставалась невероятной диковинкой. Настоящая мода на коляске возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во весь аристократический круг Европы. В первых колясках корзинки или коробки прикреплялись 3 или 4 колеса, а дальше приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ехали по ровной поверхности. В то время коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты или дилижансы. Что же приготовили звезды для нас именно в этот солнечный июньский день? Каким же он пройдет, вы можете узнать это прямо сейчас, если не будете переключаться и будете смотреть нашу следующую рубрику «Астрологический прогноз». Бүгінгі күнім қалай өрбейді екен деп ойын сансаққа жүгіртіп отырған көрерменге жылды жарамалайдарын ұсынамыз. Бүгінгі күн тек жақсылықтар мен қуаныштар мен келсін деген тілегімізді айтамыз. Жұлдызыңыз оңынан жарқырай берсін. Овен, звезды вновь берут вас под свое покровительство. Поддержка влиятельных особ или партнеров поднимет вас на ступеньку по служебной лестнице или принесет финансовую прибыль. Телец. Вероятно, сегодня вам предстоят активные действия. Придется решительно наступать или, наоборот, сконцентрировать всю энергию для самозащиты. Не пытайтесь идти напролом. Помните, в любом споре можно найти компромиссное решение.
близнецы. Трудный день, и сегодня жизненный потенциал находится на очень низком уровне. Возможна вялость, обострение хронических заболеваний. Вероятно всего, вам придется решить и наступать первым, чтобы сконцентрировать всю энергию для отстаивания своей позиции. Рак. Не забывайте, что во имя дела и для вашей же пользы иногда приходится идти на сделки с совестью. Профессиональные успехи, разумеется, скажутся на зарплате. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, что обеспечит для раков успех в личных отношениях. Лев. Темперамент, импульсивность и способность к самопожертвованию будет по достоинству оценены лицами противоположного пола. Не исключена возможность выигрыша или подарка близкого вам человека. Дева. Сегодня благоприятный день для дев. Жизненный потенциал находится на высоком уровне и вибрации. Возможна удача в коммерческих делах. Действуйте старыми и проверенными способами. Весы. Сегодня у весов приятный и благоприятный день. Жизненный потенциал находится на очень высоком уровне. Также сегодня лучше заняться укреплением здоровьем и личными делами. Скорпион. Опасный день для скорпионов. Сегодня, вероятно, великое множество аварийных ситуаций на дорогах. Откажитесь от поездок и путешествий. Все исключения, которые вас ожидают, закончатся плачевно. Стрелец. Трудный день, и также жизненный потенциал находится на низкой вибрации. Звезды рекомендуют уединение, тишину и трудолюбие. Также не стоит откладывать те дела в долгий ящик. Козерог. День обретения энергии и новых знаний. Внутренней свободы. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Хороший день для гармоничных супружеских отношений и веселья. Водолей. Опасный день, чреватый трудностями в семейных профессиях. Надежды, скорее всего, не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами. Рыбы. Большинство рыб сегодня смогут преуспеть в тех делах и добиться успехов куда дальше и давно хотели взяться. Возможно, что вы будете терзаться внутренним беспокойством. От общения с давними друзьями вы получите заряд бодрости и оптимизма. Қымбат көрермен, қонақпен сұхбат айдарын бастамас бұрын бүгінгі біздің студиямызда болатын мейманның еңбек өтілімен жүріп өткен жылдарын сіздерге таныстырғанды жөн деп санап отырмыз. Ендеше йога әлеміне бірге саяхат жасайық. Дорогие друзья, приглашаю вас 20 июня в 8:00 на стадион «Юность», где мы будем праздновать Международный день йоги. Могут прийти все желающие, кто интересуется йогой и кто уже полюбил занятия йогой. Также мы приглашаем всех участников йога-челленджа, кто прошел его до конца. Там мы вам подарим всем призы от посольства Индии в Казахстане «Коврики для йоги». Сегодня в нашу уютную студию пожаловали прекрасные необычные гости. Инструктор медитации и йоги Маргарита Булдакова. Маргарита, доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Мы очень рады сегодня видеть вас. Благодарю у нас за приглашение. Маргарита ханым, студиямызға қош келдіңіз. Енді таңға әдемі көңіл-күйде сізбен бастағанымызға біз бек қуаныштымыз. Енді сізге дайындаған сұрақтарыңыз бар. Осы бір йога саласының біз білмейтін жақтарымен тағы да танысып өтеміз деген ойдамыз. Ендеше сұхбатымызды бастайық. В преддверии праздника Международного дня йоги мы специально пригласили вас, Маргарита. И, пожалуйста, просим от вас рассказать более подробно и обширно про этот праздник. В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги. Угу. И в этом году Международный день йоги будет во всем мире праздноваться в 7-й раз, но в нашем городе Уральск мы будем этот праздник отмечать в 6-й раз. Замечательно. Осы бір айтулы мереке мен сізді де шын жүректен құттықтаймыз. Енді қазіргі таңда йога саласына қызығушылардың саны күннен күнге артып келе жатырғаны белгілі. Осы тарапта сізден тағы да бір сауал жолдағымыз келіп отыр. Йога саласының адам денсаулығына тигізер пайдасы орасан зор екені де белгілі. Енді денсаулыққа тигізер пайдасын толыққанды тағы да бір айтып шықсаңыз. Йога влияет на все сферы нашей жизни. Она помогает нам быть физически здоровыми. Она помогает нам быть устойчивыми во время стрессов. Также йога дает нам психологическое успокоение, и вот эти все сферы жизни, они открывают нам совсем другой мир. Мир гармонии, счастья и познания себя. И душевного покоя даже, я бы добавила. Да-да-да, душевный покой – это в первую очередь. Угу. Через душевный покой как раз-таки идет уже и оздоровление, и
полная гармония в жизни. И в целом осознание всего прекрасного. К сожалению, мы, люди 21 века, часто в беготне, в суете и не замечаем такие простые вещи, как медитация и в целом визуализация. Мы не видим в целом красоты мира, красоты окружающей нашей среды. Вот лично я думаю, если бы каждый человек хотя бы в день уделял себе несколько минут времени для медитации, для йоги, я думаю, у каждого человека было бы поменьше проблем и поменьше стресса. Достаточно всего 3 минуты. Угу. 3 минуты в день. Начинайте с 3 минут, и у вас все в жизни получится. И дальше, Маргарита, хочется у вас узнать более подробно про йога-гамак. Например, в данный момент его очень часто рекламируют, либо специализируют. Наверняка у вас на этот счет есть тоже ваше личное мнение. Я йога-гамак не преподаю, не практикую. Я слышала разные отзывы. Не могу ничего плохого сказать, не могу ничего хорошего сказать, так как у меня нету собственного мнения на эту тему. Но мое мнение такое: хотя бы сначала надо научиться стоять на ногах хорошо, а потом уже переходить в воздух. Это мое такое мнение. Замечательно. И давайте же сейчас лично от уст Маргариты услышим, я думаю, также будет интересно для наших телезрителей, лично услышать от йога-мастера, от инструктора ваши первые шаги, как нужно приходить к йоге, что нужно для этого в первую очередь для себя приготовить человеку. Вы знаете, в йогу все приходят специально не готовить. По-разному, то есть. В основном, вот я уже больше 10 лет преподаю, и в основном приходят ко мне такие ученики, такие же, как и я. Мне когда-то, 13 лет назад, поставили диагноз, мне нужна была операция. Я не знаю, что со мной тогда произошло. В кабинете у врача я сказала: я не пойду под нож, я пойду на йогу. Я не знаю, откуда я это взяла, но это мне пришло. Он мне сказал: ну, побегай, походи, посмотри, все равно ты ко мне вернешься. В результате я к нему не вернулась, и проблема ушла, да. Поэтому в основном, наверное, 80% людей, которые приходят на занятия, приходят либо за здоровьем, либо для того, чтобы подтянуть свою фигуру, не прикладывая особых физических нагрузок. Усилий. Потому что многим запрещены фитнес-нагрузки, и они приходят на более спокойное занятие. Вот. И потом они уже понимают, когда они получают здоровье, и приходит осознание, что благодаря йоге можно все в жизни достичь. Вот абсолютно все, любую сферу жизни нашей усилить. И тогда они влюбляются в йогу и еще больше начинают практиковать. Но, конечно же, сейчас настолько популярна йога, потому что все звезды занимаются йогой, и она настолько становится популярной, что уже в последнее время люди приходят осознанно, конкретно заниматься йогой, чтобы познать себя и улучшить свою жизнь. Благодаря такой практике. Замечательно. Маргарита ханым, сонымен қатар, жалпы йоганың негізін қалаушылар ер азаматтар екені белгілі. Осы тарапта тағы да бір сауал. Қазіргі таңда йога саласында көптеген әйелдер қауымы жүргені белгілі. Ал ер азаматтар қазір йогаға көп қызыға ма? Ну, Казахстан – это такая страна особенная. Мужчины не только йогой не занимаются, они вообще очень мало уделяют своему здоровью время и внимание. В основном, да, мужчины, они здоровы до определенного периода, а потом все, потом уже поздно становится. И, конечно же, если брать Уральск, очень мало мужчин занимается йогой и в целом по всему Казахстану по сравнению с даже с Россией. Когда едешь в Россию на какие-то йога-семинары, на какие-то фестивали йоговские, очень много присутствует мужчин. В Казахстане, конечно, очень жалко, но мало мужчин. Даже когда мы выходим в парк, бегают скандинавской ходьбой, утром занимаются в основном женщины. Там, может быть, 5% мужчин посвящают себе время. Осы тарапта енді бізді тамашылап отырған барша ер азаматтар қауымынан неге бір өзіңіздің кеңесіңізді айтып өтпеске?
Я бы, наверное, мужчинам порекомендовала уже начать что-то делать. Угу. Это не обязательно будет пусть йога, а хоть что-то. Встаньте утром на пробежку. Угу. Если вы не хотите бегать из-за того, что у вас пока нет спортивных кроссовок, есть же всегда причина, да, конечно, мешающая нам выйти на пробежку, либо заняться, чтобы йогой нужен коврик. Да, опять, вот причина, чтобы не заниматься йогой. Я всем мужчинам рекомендую, выйдите уже и что-то начните делать. Сейчас лето, в городе полно туристов. Начните подтягиваться, начните бегать. У нас есть реки в городе, да, везде. Далеко выезжать за пределы города не надо. 15 минут вы уже можете покупаться в Чигане или на Урале. Да. Плавайте. И все. И с этого все начинается. И потихоньку вы начнете втягиваться. Угу. В день, 30 минут, даже если вы будете уделять ходьбе, быстрой ходьбе, вы уже будете делать свое тело здоровым. Угу. Как говорится, в быстрой ходьбе поднимаются энергии кундалини. Да. Тем более, если период лета в данный момент, у многих людей именно есть расположенность начинать именно утренние процедуры летом. Поэтому правильно говорит сегодняшние наши гости Маргарита, надо всегда браться за свое здоровье в любом возрасте. И, конечно же, нужно беречь его с молоду. Уважаемая Маргарита, нам было очень интересно и познавательно с вами побеседовать. Получилась очень содержательная беседа. И именно также хочется вам пожелать всего прекрасного, чтобы вы всегда оставались в таком прекрасном расположении духа и тела, были всегда на позитиве. Еще раз благодарим, что посетили нашу программу от лица нашего телеканала, от лица наших телезрителей. Просим от вас ваши теплые пожелания. Но я желаю всем уральцам и жителям Западно-Казахстанской области, занимайтесь собой, уделяйте время своему здоровью, не откладывайте жизнь на потом и не надейтесь на врачей, потому что к врачам мы обращаемся уже в крайнем случае, когда можно это все предотвратить. Я всех уральцев приглашаю 20 июня в 8:00 утра на стадион «Юность», где мы будем праздновать Международный день йоги уже в 6-й раз. И в этот день вы можете абсолютно бесплатно позаниматься с самыми лучшими инструкторами города йогой. А для участников челленджа, мы перед днем йоги проводили йога-челлендж, для участников йога-челленджа мы подготовили специальные подарки. Это футболки и коврики для йоги. И чтобы у вас уже не было отговорок, заниматься йогой или нет, я для вас тоже принесла подарки. Коврик для йоги и футболки. Замечательно. Рахмет, үлкен. Енді сізге үлкен алғысымыз айтамыз. Осындай әдемі таңда алтын уақытыңызды бөліп келіп, осы йога саласының қыр-сырымен тағы да бір таныстырып өттіңіз. Көрермендерді осы бір бағытқа тарту барысында айтқан әңгімелеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді алдағы уақытта еңбегіңіз жемісті болсын. Осындай бүтін халықты осы бір салауатты өмір салтына баулу жолында аман сау жүре беріңіз деген тілегімізді айтамыз. Благодарим вас еще раз. До новых встреч. А мы продолжаем нашу программу, и хочется сказать, что в канун йоги хочется поздравить всех любителей именно йоги, потому что благодаря йоге многие люди поправили свое здоровье, и по сей день, можно сказать, йога не теряет свою актуальность. Намасте деп тағы да сөзімді бастағым келіп отыр. Әр таңын жаттығумен бастағанда жөн деп санайтын көрерменге денсаулықтың тағы да бір кепілін, денсаулықтың тағы да бір өсуіне әсерлететін йога саласының сіз білмейтін жақтарын бүгінгі күні тағы да айтып өтетін боламыз. Ендеше йогаға бірге баралық. При регулярных занятиях йогой можно защитить свое тело от различных хронических заболеваний, от воспалений, от простуды и других проблем. Она также полезна тем, что позволяет уравновесить гормональный фон и улучшить работу репродуктивных органов. 12 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги. 21 июня 2015 года все мировое сообщество любителей и профессионалов йоги отметило первый Международный день йоги. Нашим В городе каждый год масштабно отмечается День йоги. Инструктора йоги при поддержке культурного центра имени С вами Вивекананда при посольстве Индии в городе Нур-Султан запускают йога-челлендж, посвященный Международному дню йоги. Подробности на страничке в Instagram Академии Нижний Пробел Йога Нижний Пробел KZ. Выполняйте простое задание, публикуйте фото на своей страничке в Instagram с упоминанием данной страницы. Все участники йога-челленджа получат в подарок коврик для йоги.
Бат көрермен ендігі кезекте поэзия әлеміне саяхат жасайтын боламыз. Адамның ішкі тебіреністері сезімдерінің көрінісін айқын дәлел қылатын поэзия әлемі сіздің де жан дүниеңізде сайрай түссін. Давайте, уважаемые наши телезрители, окунемся вместе в волшебный и прекрасный, захватывающий мир поэзии. Жақсы қызды жареткіңіз келеді. Еліңізге келім болман себебі. Том тарихты ақтарғанда болашақ, қазақ болып қалу керек дерегім. Бастарында болғаннан соң бостандық, қанша мақыз өзге жастық жастанды. Ел болмайтын жиендерді көбейтіп, қазағыма жасамаймын қастандық. Зор білекті батыр тусам қайтемін, жар астында жасырынған жау болар. Дүр жүректі хакім тусам қайтемін, ел арасын алшақ татар дау болар. Өте білгір әкім тусам қайтемін, қарашадан дара шығып хан болар. Өткір тілді ақын тусам қайтемін, сатқындықтың сорақысы сол болар. Жестаңдайлы әнші тусам қайтемін, өнер шіркін өзге ұлтқа жолданар. Шеберленген кеші тусам қайтемін, ел арасын алшақ татар дау болар. Ұрпағымды сүйгенмен, ұлтым үшін кегенде. Белгілі ғой жұлдызымның жанбасы. Әйелдердің қабырғасы білгенге, бір қазағым қабырғасыз қалмасын. Үрдің қызы күтіп жырау сізді де, қабырғаңыз болғасын. Достық туын желбіретсек, достық сөзі сүйерім. Адал дос деп сізге басты емін. Өзге ұлтта алынбаған өшім жоқ. Өз ұлтымды өзгешелеу сүйемін. Сондықтан да казах полсын Киев. Уважаемые наши телезрители, вот и подошла к концу наша утренняя познавательная программа «Арайлытаң». Будьте с нами каждое утро по будням с 8 утра. Ведь с нами быть интересно, полезно и актуально. Берегите себя, ваше здоровье и ваших близких. До новых встреч! Кымбат көрермен, осымен біздің бағдарламаның еншісіне берген уақыт мөлшері өз мәресіне жетті. Біз сіздерге қош сау болыңыздар деген тілегімізді айтамыз. Апта сәттіліктерге толы болсын, жақсы демалыс тілейміз. Сонымен қатар бізді тамашалап отырған көрерменге әр таң сайын, әр шаңырақта біздің бағдарлама қосулы болсын. Жақсы күндерде жолыққанша жақыныңызға жанашыр бола жүріңіз. Жоғалтты бекер кетті қаншама көп уақыт адастырды бақыт біздер мұңға батты неге сонша сүйуге қорықтым шын сүйгендер бақытты сон ұқтым сұлуым көріктім сен маған жолықтың сүйгенім боп жазылғасың менің бағыма жалғыз қалдырма Тәңірге мен шүкір еттім бүгін тағы да сенің барыңа Біздің сезімнің мәңгілік екеніне мен сенгім келеді Сенің жанарың ашынайы махаббат маған керегі жүрегімді бергім келеді бақытыңды көргім келеді Мен сүйгендей сүймейді сен ешкім Бұл махаббат сезімге себепшім Ерекше білексің Сен маған керексің Сен сезімді тербеткен әнедің Бір өзіңсің жүректің жан емі Ғашығым әдемім Сен менің әлемім Сүйгенім боп жазылғасың менің бағыма Жалғыз қалдырма